Сиэтл Вашингтон принял у себя Пакс Прайм, на котором разыгрывались три места во втором сезоне мирового чемпионата среди восьми американских команд. Особенно высокими были ставки в борьбе за третье место между CLG и Curse Gaming. Нас ожидает необыкновенная схватка между бывшими соклановцами, и сегодня выяснится, кто из них продолжит борьбу, а кто поедет домой. Если Синфишес сумеет вытолкать его из третьего сезона, то это будет еще та месть. В конце концов, Curse не смогла устоять под неожиданным сетапом CLG. Используя стратегию промоута и телепортации, CLG одолели Curse и заработали место во всемирном плей-оффе. Это, наверное, лучшее чувство, что я ощущал, играя в Лигу Легенд, и я очень горжусь нашей командой. Между тем, финальная игра между Team Solomid и Dignitas прошла без эксцессов. Благодаря хорошей игре Чеокса, команда Solomid одержала победу со счетом 2-0. TSM, в свою очередь, доминировала на североамериканском турнире, проиграв только одну игру на своем пути к 40 тысячам и первому месту. CLG, Dignitas и Solomid теперь встретятся с лучшими командами мира в борьбе за 2 миллиона долларов в мировом чемпионате. Спасибо за просмотр видео. Переведено и озвучено командой XDelayed специально для lolgame.ru. Ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на наши каналы на YouTube и Twitter, а также паблик ВКонтакте.